ребятушки, добрушечка, доброго дня, доброго вечера. Приветствую на канале Логовом Плей. Продолжаем прохождение пробуждения Линка. Так, мы вот в прошлой серии Орлиную башню прошли. И я думаю, нам вот сюда или надо теперь идти. Так, знаете, вот тут такая дырочка есть. Мне вот очень любопытно упасть туда. Куда мы упадем? Мне вот просто очень... О, во как! Ну, в принципе, нормально упали, как бы это мы упали, скажем так, в очень нужные воды. Кстати, ребята, знаете, какой прикол еще есть? Здесь же есть еще, вот я не катался, вот эта вот штучка, да? Так, а как вот я туда попадал, я даже не помню. Так, во-во-во-во-во-во. А давайте мы сегодня покатаемся, у меня же деньги есть, там же на каком-то плоту можно покататься. Давайте мы сейчас пока не пойдем с вами по сюжетной миссии, а попытаемся покататься на плотике на каком-то или еще чего-то, или спуск на по реке, он там говорил, дядька. Сейчас мы вот тут возьмем штуку нашу, крюкострел, и туда перелетим. Вот какой я молодец. Бам, 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 бам. Бум, бум, бум. Окей. Так, вот он как раз и скажет покататься. А мы сейчас скажем, давайте покатаемся. Мы же не катались никогда у нас тогда. Я пришел, денег не было. Здорово, плакат. О, плот прокат. Да, хочешь справиться? Да, хочу. Сплавляться можно двумя способами. В сплаве на ловкость твоя цель собрать как можно больше предметов. А в сплаве на скорость нужно как можно быстрее добраться до финиша. Что выбираешь? На ловкость. Отлично. Плот ждет тебя снаружи. Развлекайся. Опа. То есть предметов больше собрать. Ну вот видите. Как раз таки и подготовимся. Поплыли. Ага. Ага. Оба-на. Оба-на, оба-на, оба-на. Уху! Я прыгнул и взял. О, взял, ребят, взял, 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 взял. Взял, взял, взял. Взял, отлично. Ай! Ай! Капец, ребята. А тут сложно. Я тут думал, тут легко, а тут все по течению идет, и все, если ты, как говорится, попал куда-то, то ты уже... Ай! Быстрее, 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 вот сюда! Блин. Блин, блин, а как туда-то было? Я... Оставить сбор предметов, сплав на ловкость завершен. Прокатишься еще разочек? Да, что-то неинтересно. Если заходишь, заходи, работаем без выходных. Ладно, хорошо. Так, а это он куда пошел? Ну-ка. Оу. Это пещерка. Ага, ага. Блин, я сейчас туда долетел, потом по сюда. Ну-ка так. Это я к нему вернулся. Ха. Так, ну ладно. Давай еще раз. Бабки, бабки тоже у меня есть все равно. Давай. Да, на ловкость. Я не... Почему он не говорит, как... не показывает, как плыть? Так, течению, да, вот я могу сопротивляться, но не сильно. Не сильно, не сильно, но могу сопротивляться. Опа! Вот видите? Вот так вот тихонько, и только если я сопротивляюсь. Опа, 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 опа. Опа, потихоньку, потихоньку. Так, тормозить. Вот как вот к этой штуке попасть, интересно? Надо было туда, наверное, да? Да, я думаю, туда надо было. Налево надо было. И туда... А, там наверх надо было. Все, я понял. Ага. Б.
Блин, блинский, блинский. Нет, тут все уже никак. Видишь, не дает. Короче, протупил я. Протупил. О, есть! Во как надо было. Блин. Да если б я так сразу догадался, а. О. Ништяк. Ништяк. Туда. Не, ну вот прикольно, я догадался. Смотрите, крюком цепляться можно. Опа. Да. Смотрите-ка, вот, крюком, ребята, делаешь и сплавляешься. Давай! Я туда хочу внутрь! Есть! Я попал внутрь. Я собрал все вкусняки, какие тут есть. Так, теперь я сейчас все-таки, ребята, попытаюсь попасть, как его, на ловкость, да, хочу я попасть к филину, к этому, надо сейчас как-то аккуратно это сделать, надо мне там до конца налево доплыть, вот так вот, да, отлично. Ага. Блин. Зараза такая. Ну, блин, протупил я, походу, а. Так, ну сейчас будем пытаться. Давай! Есть! Отлично! Зацепляйся! О! Ну, блин! Я почти получилось! Вот. Блин, блинский, да. Как-то протупил я. Ну, тут-то я уже разобрался, это как подпрыгивать, все это брать. Блин. Обидно. Хотелось собрать этого. Только немножко я недопонял все-таки, как там делать. Но вот когда вот это зеленое, он собирает, я это понял. Может раньше, что ли, тогда? Давай еще раз. Че ж теперь, раз так катание устроили тут. Да я этот, на ловкость давай. На скорость не хочу. Так. Надо как-то просчитать. Я думаю, надо вот здесь сразу всплываться. Опа. Есть. Блин, ну, отлично сплавились. А ёппуна! Зараза такая, а? Нет, надо дальше было делать это. Так, ну все. Тут уже бесполезно, походу. Он об этот... Во-во-во. Да блин!
почему он за тут-то не цепляется? Во. Во. Во-во-во. Почти получилось, ребята. Почти. Так, ну я вроде сообразил, как делать. Окей. Блин. Отлично. Да блин, как-то не попал-то я. Ладно. Есть. Тихо. О. Как спрыгнуть-то? А как спрыгнуть? Как он спрыгивает? Да, он. Я же допрыгнул до туда, до куда надо, но что делать-то тут? О, все, есть. У-у-у. Увы, секретов рядом нет. Ладно, зато ящики открыл. Есть. Ну, блин, ладно, 20 рупий. Бог с ним. Больше геморроя, конечно, у меня тут было, чем этих 20 рупий. Ну, ладно, зато я вот то, что хотел, я сделал. Ладушки. В принципе, меня это устраивает абсолютно. Да. Все. Все, приплыл. Да, все, приплыл. Да, все, нет. Все, спасибо. Хорошо. Хорошо. Работаем без выходных. Кстати, смотри, я тут могу плыть. Так, кстати, я. Нет, мне туда не надо. Мне туда не надо. Давайте на лодочке проплывемся на плотике. А, облом, точно. Тогда, значит, надо мне туда назад вернуться. Ну все, ребят, вот так вот покатались. Я все-таки вставил Филину носик, и он нам сказал, что у секретов рядом нет. Вот зачем я так хотел сделать еще, ребята, вернуться. Опа! Та-та-дым! Красота, частица сердца взята. Так, и что там у меня, кстати, по сердечкам? Половинка только. Ну и тоже нормально. Зато взяли. Ну, в принципе, молодец. Я себя похвалю. Похвалю. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну что, ребят, тогда и на сегодня закончим все. Я иду по сюжетке дальше. Если что, не переживайте, я там добегу и оттуда потом начнем. Не переживайте, все будет отлично. Опа! Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Давай, отдыхай. Пока.